без чего не может обойтись ни одна спортивная команда. Конечно же, без преданных болельщиков. Сегодня мы отправились в Казанский энергетический университет, чтобы узнать, как здесь болеют за «Зенит». Казань! Казань! Нашу съемочную группу встретил руководитель фан-клуба Линар, который вместе со своими друзьями познакомил нас с историей фанатского движения «Зенита» в Энергоуниверситете. У нашего фан-клуба есть свое название – High Voltage, что в переводе с английского языка означает «высокое напряжение». Мы появились сравнительно недавно, примерно 3 года тому назад. И тогда это была группа студентов из разных институтов. И мы хоть и редко, но посещали матчи «Зенита» Казань. А теперь у нас около 200 человек, которые постоянно на каждый матч стараются приходить и поддерживать любимую команду. У нашего фан-клуба есть актив-группа. Незадолго до матча мы собираемся в аудитории, чтобы обсудить, как будем поддерживать команду, придумываем разные кричалки, перформансы, и чтобы они чувствовали нашу поддержку и передать свою любовь команде. Почему мы болеем за «Зенит» Казань? Потому что это клуб-профессионал, в котором хорошо развита работа с болельщиком. Помимо конкурсов между фан-клубами, нас во время матча развлекают талисманы команды и гладиатор, который стреляет футболками с эмблемой «Зенит Казань». У фан-клуба КГУ есть своя группа ВКонтакте, в которой уже более 500 человек. Там студенты могут узнать новости фан-клуба, получить информацию о предстоящих играх, обсудить итоги матчей, да и просто пообщаться. Всю интересующую нас информацию мы черпаем из интернета. К счастью, «Зенит Казань» очень хорошо развит в сети. Помимо сайта, клуб имеет группу ВКонтакте, в Фейсбуке, страничку в Инстаграме, ведет ленту в Твиттере. Там мы можем узнать новости из первых уст, а также увидеть интересные фотографии. Многие студенты в фан-клубе уже не первый год. Кто-то посещает матчи с детства, кто-то сам занимается волейболом. Объединяет их одно – они любят «Зенит» Казань. Ну, я с детства люблю волейбол и регулярно посещаю все матчи. И недавно совсем услышала, что казанский «Зенит» – одна из сильнейших команд в мире. И мне очень стало интересно это. И я стала регулярно посещать их матчи. На трибуне мы веселимся, то есть поддерживаем команду и стараемся, чтобы наш дух передался команде, и мы были 7-м полевым игроком. Кстати, не так давно «Зенит» проводил конкурс среди казанских фан-клубов. Лучшими оказались студенты энергетического университета, которые активнее всех поддерживали команду. В награду болельщики получили дополнительные места на выездных матчах. Одним из последних стал финал 4 Лиги чемпионов в Омске. «Зенит» часто организовывает нам выездные матчи, и недавно мы ездили в Омск. Мне очень сильно понравилось. Был финал 4, и, конечно, несмотря на то, что они заняли 3-е место, мы все равно их любим. Они молодцы, и мы яростно болели их до конца. С каждого выезда ребята привозят памятные подарки. Это и шарф с финала 6 Кубка России с автографами всей команды. Есть даже футболка Максима Михайлова, подаренная лично игроком. А также сувенирные мячи и футболки с эмблемой команды. Этими вещами ребята очень дорожат и не прочь ими иногда похвастаться. Но самое главное – это не подарки, а эмоции, которые испытывают болельщики, переживая за любимую команду. Энергия трибун заряжает игроков и настраивает их на победу. Болейте за «Зенит» вместе с нами!